Доброго времени суток! Вас приветствую я, психолог любимого Татьяна. Мое обращение адресовано исключительно девушкам 20-30 лет. Почему? Потому что именно в этом возрасте каждый из вас мечтает встретить любимого мужчину. Возможно, выйти замуж и создать крепкую и дружную семью. Я приглашаю вас на свой семинар, где вы узнаете много полезной и нужной для вас информации. Из опыта знаю, что, к сожалению, одни из вас ничего не предпринимают для воплощения мечты в реальность, полагая, что идеальный муж сам постучится в дверь. Другие, напротив, делали немного попыток, но совершали ошибки, обжигались и разочаровывались в мужчине. Дорогие мои юные леди, хочу вас успокоить, все поправимо. Счастье может ждать вас совсем близко. Вы просто не знаете правил игры и совершаете массу ошибок. Я готова вам подсказать, как правильно нужно выстраивать отношения с противоположным. Поэтому приглашаю вас на свой семинар. На семинаре я не учу, как нужно флиртовать с мужчиной. Я рассказываю, по каким законам все работает. А если не работает, то почему? Я расскажу на семинаре, как правильно нужно выстраивать отношения с мужчиной. Причем с первой же встречи, чтобы не чувствовать себя потом разочарованной и не исправлять ошибки. Я дам вам своего рода инструкцию и как психолог открою некоторые секреты. Приходите, я дам вам подсказки, и у вас все получится. Помощь будет реальной, полезной и эффективной. До скорой встречи на семинаре.